В Сирии полиция сейчас допрашивает и двоих предполагаемых координаторов последних крупных терактов. Их задержали накануне в столице Арабской Республики. Число жертв воскресных атак боевиков на Дамаск и Хомс выросло до 126 человек, раненых более 300. Многие в тяжелом состоянии. Власти Арабской Республики назвали эти террористические вылазки попыткой сорвать дипломатические переговоры по поиску политического решения кризиса, а также призвали Совбез ООН и лично генсека Всемирной организации осудить случившееся и принять срочные и решительные меры по наказанию государств, поддерживающих и финансирующих экстремистов, в первую очередь Турцию. Напомню, ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в многих странах, включая Россию. Боевики заложили мощные бомбы в автомобилях, оставленных накануне в многолюдных районах Хомса и Дамаска. В сирийской столице подорвались еще и двое террористов-смертников.